Приветствую вас, значит, смотрите, вы говорите о том, что у вас есть рисунок, который, значит, вы написали, который вы нарисовали, значит, ну, с целью разобрать свой страх и так далее. Вы говорите о том, что вас интересует обработка рисунка. Вот. А что есть обработка рисунка? Вы не уточняете. То есть, какой именно помощи вы хотите? Интерпретировать рисунок, например? Можно. Интерпретировать рисунок. А что будет дальше? Ну вот, что будет после того, как мы интерпретируем рисунок ваш? Вот. Что будет потом? Вы думаете, что ваш страх уйдет, например? Нет, он не уйдет. Он будет, значит, ну, он будет по-прежнему вас присутствовать, вы его немножечко, визуализируете. Скажем так, да, вы его будете представлять несколько более четко, но он будет по-прежнему с вами, вот. Потому что страх — это не что-то такое абстрактное, да, страх — это то, что нужно нам. Страх — это то, что нам необходимо. Вот. И на мой взгляд, анализ выгоды, который вы получаете от этого страха, да, то есть, например, вы боитесь, да, вот чего вы хотите? То есть вот вы боитесь, потому что вы этого хотите. Но запрещаете себе. Любой страх, он устроен вот так. Мы чего-то боимся, потому что мы хотим чего-то. Но мы себе это запрещаем. Просто-напросто. Поэтому страх, он уйдет ваш, он будет присутствовать в вашей жизни и дальше. Поэтому определитесь с тем, что вы хотите. Конкретно. Что вам нужно конкретно? Вот. И в этом мы можем помочь вам. Рисунок обработаем, да, все хорошо будет, рисунок обработаем, все замечательно. А дальше? Ну, я не могу не спросить, а дальше что будет? Понимаете? То есть, ну, вы как-то вот планируете что-то дальше-то делать? Или нет? Понимаете? Вот. Мне кажется, это важно.
для того, чтобы вы действительно избавились от страха. Не просто, чтобы была видимость такая, что вы избавляетесь, да, а чтобы реально был процесс. Не менее важно понять, откуда у вас, собственно, вот эта вот история пошла с рисунком. То есть, грубо говоря, где вы ее нашли? Это вам это порекомендовали? Или как? Если да, то кто порекомендовал? С какой целью, чего хотел этот человек? Если вы сами это для себя как бы открыли, ну, это, надо сказать, не самый лучший расклад, потому что вы занимаетесь самолечением, к сожалению, никому не помогало еще ни разу, вот, к сожалению. То есть я понимаю, что вам хотелось бы, чтобы так было, но нет, не помогает самолечение. Вот. Только работа последовательно работа только. Это да. Это. Вот. Так что если у вас страх, если у вас семейные проблемы, ну, вы считаете, что у вас, например, все проблемы из семьи, допустим. Вот. Хорошо, ну давайте проанализируем все. Вот. Давайте выясним все, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. Согласитесь. Вот. А так это, на мой взгляд, просто попытка разных техник, да, ну, попытка разных способов. А получится, не получится. Вот, мне кажется, что это вот слишком... Ну, слишком... неэкономично, слишком негуманно по отношению к вам. Вот. Мне так кажется. Поэтому, если вы согласны, то все-таки позвольте специалиста определить, что с вами происходит в действительности. И тогда уже можно будет что-то вам помогать. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.